Только лучшие товары. Thank you.
Все? Тогда удачи. С возвращением, Декаст. Полагаю, в Атлантиде теперь царит справедливость? Ты говорил, что опыты на людях запрещены. Ты солгал мне! Иссу делают, что хотят! О чем ты говоришь? Мои законы непреложны и едины для всех. Так я постановил. Своими законами ты только вредишь Атлантиде. Так решил народ. Не пора ли уступить трон? Тебе не понять, Декаст. Привязанность к людям мешает тебе видеть ясно. Тебе стоит к нему прислушаться. Юнона? Откуда? Тебе запрещено появляться здесь. Стража! Стража чтит твоих сыновей. Ты нарек полукровку Декастом, и твои дети восстали. Даже им хватило бы ума не слушать призывы к войне. Посейдон, люди начнут войну, хотим мы того или нет. Вы заслужили войну. У нас не было выбора. Посейдона занимает лишь солнце и проект восстановления флоры. Да, близится катастрофа. С этим все согласны. Но это катастрофа человечества. Мы все еще можем завершить цикл Атлантиды без потерь. Не выйдет. Изменения на поверхности Солнца уже начались. Если мы не примем меры, нам конец. Люди перебьют нас, и это катастрофа, которую создали мы сами. Аид безумен, ему нельзя доверять! Ты не знаешь, каких чудовищ он прячет в своем логове! Я прятал их лишь от Посейдона. Моя жена знает об этом все. Проект Олимп — мое дитя, полукровка. Однажды Посейдон назвал это место моим домом. Кто скажет мне правду, зачем я здесь? Кто? Как жаль. В нем оказалось так много от человека. Аида, ответь ему. Охотно. Ты подсказал нам возможность. Что, если бы нам удалось клонировать тебя, полукровка? У нас есть все для того, чтобы подчинить твой разум. Из тебя можно создать абсолютное оружие. Точнее, можно было. Эксперимент Аиты выглядел многообещающе, но вскоре стало ясно, что он был ошибкой. У нас есть новое оружие. Не чита тебе. Гекатанхейр? Аита, ты... Именно. Гекатанхейр восстанет. Проект Олимп вселит такой ужас в сердца людей, что они уже никогда не решатся на бунт. А мой муж станет новым Декастом Василевсом. Декаст, спаси нас. Если им все удастся, нам конец. Нам всем. Поверь же мне.
Займись ими, а я покончу с их замыслом. Слишком поздно. Процесс успешно завершен. Гекатанхейр восстал. Или вы не слышите? Ты использовал лабораторию в подземельях, но проход загородили, когда я запретил опыты на людях. Что это за звук? Это оружие? Я покараю их, а ты останови Гекатанхейра, пока он не убил нас всех. Спеши! Ha!
Пусти павших, подчинив себе их страх. Поразительно. Ты величайший из моих подданных, тем паче людей. Где Юнон и Аита? За решеткой. Пока. Но надолго ли? Если тюрьма их не остановит, оставь их со мной наедине. Я покончу с ними раз и навсегда. И что это докажет? Что ты ничем не лучше Юноны и Аиты? Я не хочу ничего доказывать. Я хочу спасти тех, кто пострадал от твоего тщеславия. Итак, суд над Атлантидой все же свершился. Что ж, Декаст, воля твоя. Артефакт Цербера у тебя? Я не все рассказал тебе о жезле. Он соединяет в тебе два начала. И если мы объединим силу жезла и артефактов Цербера и Гекатенхейра, мы можем завершить цикл Атлантиды навсегда. Пробудился не только мой дар. Пробудилась сила, способная уничтожить город. Жезл мог уничтожить все живое, попади он не в те руки. Поэтому ты, и только ты его истинный хранитель. Если мы потопим город, я тоже утону. Не утонешь. Ты и хранитель жезла. Он защитит тебя. Мне жаль, но твое время еще не пришло. Люди в этом городе не заслужили смерти. Когда мы закончим, затрубят горны и животных отпустят. Люди в круге возможностей поймут, что пора уходить на корабли. Поверь, они спасутся. Но ты и твои сыновья... У нас были века, чтобы проявить доброту, меру, здравый смысл. Мы сами решили свою судьбу, когда отвернулись от всего этого. Ты знал, чем все закончится. Я устал, как и ты. Последний суд над Атлантидой давно должен был свершиться. Жаль, что его пришлось ждать так долго. Скольких мучений мы могли бы избежать. Как ты и сказал, Юнону и Аиту не сдержать. Я видел их лаборатории, эксперименты. Пока стоит Атлантида, страдания не закончатся. Я знаю, что должен сделать. Thank you.
Жаль, что не успею еще поучиться у тебя. Например, тому, как быть человеком. Хайре, Посейдон. Хранитель жезла. Испытания окончены. Тронный зал. Поведай, что ты чувствуешь, увидев судьбу Атлантиды? Жезл наделил меня силой, способной разрушать города. Тебя также наделили даром сдерживать эту силу. Твое предназначение — сохранить в тайне сокрушительную мощь жезла. Так что это было? Отголоски воспоминаний. Не слишком четкие, но все же правдивые. Воспоминаний? Ису. И даже моих. Я была декастом и тоже хотела принести мир в Атлантиду. Но мир бы не помог. Ты? Теперь ты. Мой дед, Феба, Брасид, даже Илпинор, все они повстречались мне на пути. И это тоже было важным испытанием. Жезл способен продлить жизнь, но твой долг не в этом. Научись прощаться снова и снова. И никогда не протився воле смерти. Это правда были они? Они всегда с тобой, так что да. Ты расстанешься и с ними, но это иное испытание. По моей вине в Элизии началось восстание. Виноват не ты, а Персефона. Она правила железной рукой на своей земле. И ты сам видел, что именно это привело ее к поражению. Царство мертвых оказалось настоящим прибежищем хаоса. Верно. Хаос пришел с правлением Аида, а за ним пришла разруха. Но знай, на твоем пути тебя ждут испытания гораздо серьезнее. Элизий и царство мертвых были обречены, но Атлантида... Мы с Посейдоном могли бы помочь ей. Теперь ты знаешь истинную сущность Ису. Мы не безупречны. Я не раз обращалась к этому воспоминанию, но мой дом никогда не удается спасти. Пора уходить. Ты со мной? Мы же все-таки связаны. Ты видел, как правят Персефона и Аид, познал порядок и хаос, и даже сам побывал правителем. И ничего не вышло. Ты знаешь, что Хранителю не суждено править. С жезлом у тебя есть возможность поставить мир на колени. Но это не твой путь. Используй свой дар, чтобы сдержать силу жезла. Защитить ее. Сберечь.
Мама говорила, что боги послали меня защитить этот мир. Я дал ей слово. И теперь я даю его тебе. А твое слово, наследница памяти, ты должна проснуться и искупить вину, пока не поздно. Иначе ты уничтожишь этот мир. Очнись же. Чужак нашел тебя. Проснись! Ну! Нет! Где ты? Говоришь сама с собой, Лейла Хасан? Я смотрю, артефакт Ису плохо на тебя повлиял. Ты сходишь с ума. Мистер Берг, наконец вы здесь. Впечатляет. Кроме тебя никто не смог бы найти это место. Кстати, это задание было бы твоим, не сбеги ты из Абстерга. Сигма-6 отлично справились, стоило начать нас прослушивать. Мы знали, что это вы. Допустим. Вот только я начал прослушивать гораздо раньше. Еще когда ты нашла книгу Геродота, украв наши заметки. Не иначе. Абстерго убийцы. И ты, похоже, их наемный палач. Тебе ли судить? А как же отряд Сигмы, который я отправил искать вас? Ты их всех убила. Слушай. Я видела твое досье в базе Абстерга. Я знаю об Элине. Сила Жезла могла бы помочь ей... Не смей говорить о ней. Тогда забудь. Я хотела договориться. И не пытайся. Я забираю артефакт. Как вы посмели убить Диану, мерзавцы? Побоялись прийти за мной? Я просто иду по списку. Сегодня твой черед. Да ты просто охмароться. С меня хватит. Взаимно. Этому миру совсем скоро придет конец. Без разницы, кто на чьей стороне. Так что дай сюда жезл. Разница есть. Я не предам ассасинов. Тебе нужен жезл. Придется за него побороться. Сперва Виктория. А теперь я? Ты же не справляешься с жезлом. Признайся. Знаешь, что лучшее в этом жезле? Прекрати. Это... дар бессмертия. Какая мелочность. Мне все равно, Берг. Жив ты или мертв. Главное, чтобы ты мне не мешал. Смирись. Вы проиграли. Альтаир-2, прием! Атлантида в опасности! Мои ноги... Алитея? Алитея! Думай, Лейла. Рация сломана. Как позвать на помощь?
Виктория, я не могу без тебя. Пытаюсь казаться храброй, но я не знаю, что делаю. Ты нужна мне. Я скучаю. Прошу, вернись. Хотя бы дай мне знак. Любой знак. Твой наушник. Меня кто-нибудь слышит? Виктория, мы пытались найти способ хоть с кем-то связаться. Ваши показатели пропали, и мы... Алана, это я. Лейла, как? Это канал Виктории. Где она? Что у вас там происходит? Ты прошла испытание? Да, жезл у нас. Я прошла испытание, но... Потрясающе! Настоящий артефакт Ису в руках ассасинов. Это меняет все. Я по-прежнему не могу его подчинить. Наш чужак — это Отцеберг. Он в тронном зале со мной. Детали позже, но тамплиеры знают о наших планах и открыли охоту. Вытащи меня отсюда! С тобой? Ты в порядке? Мы дрались. Он без сознания. Только не проси проверять. Он еще жив? Да. Пока что. Жди нас, Лейла. Мы приедем, но не знаю, как скоро. Что ты будешь делать? Вернусь в Анимус. Пока дожидаюсь вас. Надеюсь, что успею со всеми попрощаться. Thank you.